Не настраюйтесь, негативу не треба. Так сказав мер. Буде так, як скажуть люди. Є? Я в списки. Я говорю, он в списки є? В якому списку? Списки, списки? Списки зібрали? Я вислідую. Там видно, скільки людей хочуть. Ні, так я ж хочу вам сказати, якщо ви не буде нічого, ніхто з депутатів не проголосує, то зрозумійте. Вовня обіщав своєю програмі, сказав, що він там построїть фабрику якоїсь легкої промисловості. Ви ж знаєте, що сталося в країні. Він не міг це зробив. Він не міг це зробив. І не настраюйтеся. От я вам зараз скажу. Є такий фільм, хто дивився по телевізору фільм, тобто по інтернету, 12, Михалкова. Перед фільмом написані слова. Не іщіть правди бита, а іщіть істину бития. Істину бития. Всю свою енергію кожен направте на то, щоб сюди привлекти хороших інвесторів. Всі цього хочуть, і ми хочемо. Колишній президент Америки Рузвельт, який був в началі 19 століття, заставив американців посміхатися, і таким чином вони вийшли з кризи. Давайте будемо посилати любов, позитив. Ми не і патріотизм. Ми йдемо в цьому негативу. Так подождіть, куди убігаєте? Я все сказала. Алеся, ми без негативу. Ми навіть то Жовніва вибирали, що він цієї місцевості людина. І він більш зацікавлений, і що як більш доступна людина. Так, так, так. І ми без негативу просто хочемо почути. А можна зробити так, що коли буде сесія, от рухор і що, щоб ми слышали, мер хотів започаткувати телебачення, щоб транслювалася сесія, бо кабельне... У мене кабельного цього немає, тому я не тільки кабельне, він хоче придумати з тюнером, я цього не розумію. Ну він хоче, щоб бачили всі. Ну не сьогодні це робиться, дайте вздихнути. Не сьогодні це робиться, ну це буде так. Кожна сесія буде транслюватися по телебаченню, і ви всі будете бачити. Він хоче, щоб все було відкрито. Наш мер не хоче, щоб все... Даня, от іменно. А яке рішення? Ніхто не приймає рішення. Даня, ми давали 100 дней вам. 100. И вы должны, чтобы с ним взять тарифы, да? Ви починаєте зразу роботу з тюрмою. По зниження тарифів всі бачили, мабуть, частина людей бачили, як ми їздили депутати на очисних. Ви бачили, що робиться на очисних. 14 років ніхто не приклав жодного пальця, щоб щось зробити на очисних. Що зроблено? Значить, а очисні розраховані на 40 тисяч населення нашого теплодару. І ще і для Маяк, і Біляївки, для того, щоб можна було якісь гроші, щоб щось робити. На сьогодні нам треба нові очисні, або робити реконструкцію. На сьогодні нам треба нову котельну, тому що тіряється тепло до прома. Все це треба робити. За один день нічого не робиться. Мер тут ночує, спить і днює цілими днями. Він працює. Але ви зрозумієте, сам він нічого не зможе. Як ми не будемо йому допомагати, то якщо ми будемо це так негативно посилати негатив, нічого не буде. Нам треба просто всім думати, помогти. Ми 14 років посилали. От у мене списки. 14 років ми мовчали, дозволяли робити своєї власті. Послухайте, все, що вона хотіла. Списки по моєму будинку, по 10-му, по моєму округу. В цих списках дуже багато боржників. Є люди, які мають по 15-20 тисяч боргу. Що ви хочете? Вот, мы хотим, чтобы вы начали с того, чтобы люди могли платить. Вот это говорит показатель как раз о том, почему люди не платят. А мы стали заложниками того, что у нас нет велостройки. Народ не виноват. И что очистные построены, хрен знает где. Люди не виноваты. Оплачивать – это власть. И мы еще относимся, мы живем на Украине, и пускай область немножко дотации. Мы дотационно, вы все скинули на людей. Нет, все скинули на людей. Извините. Мы так сколько лет проплачиваем. Вот это у вас хороший показатель. Люди не могут платить. Ну подожди. Тут мы, это, должники как должники, да? Мы были на приеме инициативной группы у мэра. Я ему передала вот это вот решение. Да? Скажите, пожалуйста, вот куда бы я, как от инициативной группы, обращалась, в прокуратуру вернете, бо уже у мира есть это. Я куда бы ни обращалась, в прокуратуру, в милицию, в Верховную Раду. Нам везде приходит отказ, только вот опираясь на этот документ. Это в 2004 году наш мэр Печерский дал все полномочия теплодарским городским советам
нашему ОЖСП наш город. И куда бы мы ни обращались, получается, нам вертают и пишут. Вот, насчет этого документа, они правы. Конечно. Они делают все по закону. Когда вы это решение Теплодарского городского совета отмените, чтобы мы могли снизить тарифы по воде, по отоплению, пустить таке... счетчики отопительные. Чекайте, ви дали таке рішення меру? Да. Ви писали до цього рішення заяву? Нет, еще пока. Ми треба... були на прийомі, ми розговаривали, я йому не... Ви напишіть до цього рішення заяву, мер не сам буде розглядати, а буде розглядати з радою. Все, в мене більше нема що сказати, ще один я мало знаю. Так, Тетяна, ще один вопрос. Зачем розбирають наші рельси? Если те, которые строят, будут тюрьму, обещают их восстановить. Вкрадено 6 километров рельсов. 12, не надо 6. Я знаю за 6. А я знаю за 12. Из-за того, что больше не крали, их и разбирают. Только а зачем режут? Их разбирают, но их режут. Ну, они что-нибудь по 5 метров урезают. Как металлолом за рахунок цього буде міська рада мати гроші. А если я вопрос вам, а если завтра будут АИК разбирать, ну, что вы будете делать, а? Тоже складировать их? Да. Это предел. Завтра начнут разбирать какое-то другое. Мы задаем вопрос. Вот так у нас, ребята, разговор идет с нашими... Я мало что знаю. Я депутат уже месяц. Я мало что знаю. Да, депутат. Слушайте меня, будь ласка. Да, послушайте. Тихо. Разделяйте. Ситуация такова. На тюрму сьогодні претендують 5 районів. Нехай беруть. Послухайте, будь ласка, дайте закінчу. Претендують в тому числі і Біляївський район. Неправда? Слухайте мене, я тільки що звітіляю, тільки що. Значить, є два участки. Я вам називаю два участки. Рядом з нами один. Один проти мене, де я категорично проти. Оно. Один участок. Чим це? А другий участок. За тим самим. Через дорогу? Ні, там, де... Де база мала бути? Ні, дай закінчу. А другий участок, де вони дають землю, канал де йде. Який канал? В одний канал, де... Ні. Ну, понятно, там далі. Ні, дайте закінчу. Де наш узел бетонний. За бетонним узлом там йде канал, і за каналом ота площадка. Значить, цена вопроса. Там велика площа. Цена тут є. Тут є. Значить, ціна вопроса 10 мільйонів євро. Хто буде мати цю землю, той получить 10 мільйонів євро. Получивши цю інформацію, будь ласка. На Біляївку. Ідемо, Біляївку, перекриваємо дороги і віддаємо їм. Ви, можемо вопрос? У кого ви були в Біляївці? Я тільки дзвонила в Біляївку, я там і в этом райадміністрацію. І в адміністрацію. Там ніхто нічого не знає. Значить, Біляївську райадміністрацію вчислив вам? Я з Біляївкою воюю. Так ви мені об'ясніть, на протязі 10 років по питанню землі. Ну цю землю хотіли в нас забрати. Тому вам сказати, хто ось правду ніхто не скаже. Давайте разом. Давайте. Треба в Біляївку всі округи підтримати. А ви стаєте, будь ласка, на крильцо, щоб у вас було краще сидіти? Можна чути? Значить, я думаю, що ви зібрались сьогодні для того, щоб сказати «нет тюрмі Теплодар». Значить, говорю вам, як міський голова, що я не мер тех людей, которые за или против. Значит, каждого мнения будет учтено. Любой инвестор, который придет в Теплодар, если это будет вопреки людей, будет любое предприятие, которое приносит вред Теплодару или там моральный может какой-то ущерб, в первую очередь это будет совет с людьми.
Мы не будем принимать решения помимо обсуждения это в Доме культуры или с людьми, или с сбора подписей и так далее. А почему референдум, а че я? Значит, я думаю, я вам скажу, у меня была встреча 3 дня назад на высшем уровне, это там в Саакашвили, в администрации. Я им задал много вопросов, которые мне не дали ответ. Когда мне дадут ответ полностью? По безопасности, по экономическим, по моральным и так далее. Я тогда доведу до сведения всем людям, а дальше вы будете принимать решение, надо или не надо. Поздно не может быть никогда, потому что у каждого дома есть свой депутат. Значит, кроме того, у нас создана рабочая группа, в которую я не вхожу, потому что я вам сказал, что я не могу отстаивать интересы одних помимо воли других. В рабочую группу входят депутаты, специалисты, также мы ввели вот общественников, которые вот и помогли собрать вас сюда. Они заявили желание тоже быть в рабочей группе. Поэтому все будет до вашего сведения доводиться. А почему это только 2 человека в этой группе? Мы, например, с инициативной группой тоже хотим. Много людей хотели бы быть в этой комиссии. Ну, понимаете, давайте сделаем так. Когда будут данные тех вопросов, которые я задал администрации? Какие вы задали вопросы? Ну, первое, есть 2 аспекта у нас, да, это моральный и экономический. А медицинский? Что рассадник, туберкулез у нас есть? Ну, так вы меня слушаете, давайте вы говорите. Нет, далее, я не знаю этот вопрос. Вопрос такой. Ну, так вы... Ну, отвечайте, еще нет решения. Значит, первый, это моральный аспект. Значит, в любом случае тюрьма будет где-то строиться. Неизвестно еще где. Им нужна железная дорога и так далее. Почему? Потому что это нарушается права человека. Европейский Союз дал предложение, ну не дал, дал заключение, что нарушаются права человека. Потому что люди там сидят, все-таки наши. И есть там... А тут не люди. Нет, так подождите, но вы меня слушаете. Дайте мне сказать, будете задавать вопросы. И сидят там люди не только рецидивисты, убийцы и так далее. Есть, что сделали ДТП. Есть, что где-то, ну, всякое, как говорят, от сумы, от тюрьмы не зарекайся. И нарушаются права человека. Значит, там очень старые эти, ну, как назвать, камеры. Где? Здания где? Да. Где уже просочены разными заболеваниями, туберкулез, и СПИД, и все, и так далее. Значит, сделать капитальный ремонт невозможно, потому что там не предназначено... Камеры для людей должно быть в камере 2 человека. Парами? А? Парами. Парами, да. По 2 человека должны быть в этом зале. Значит, там есть и женская, и там есть и дети. Это не только, там есть женская колония, и с детьми, и так далее. Все эти условия... А? Нет, чтобы вы знали. Тому що Одеса велика територія на одеську тюрму розтівання, а на нашу таку маленьку місцевість після виходу з тюрми добрий день ви пропили гроші на дорогу і пішли по нас. І все. А ні, таке... Кожна людина має своє мнення. І кожне мнення... Ні, так послухайте. Я вам говорю, як воно є. Рішення все одно буде за вами. Значить, дивіться, на мою думку... Ми один на одного, ми не будемо. Ми будемо.
Я думаю, дивіться, я думаю, ну, в Одесі 28 гектар під тюрмою, тут вони хочуть 35. Чого вони хочуть? Ми тут сказали, що Балта теж є містом, так Балта, вона нуждається в такому місці, може бути, як тюрма, але не Одеса, я не Одеска область. Тому потрібно розглядати... Питання розглядається, так. Подождіть, потрібно розглядати в першу чергу, це дальні райони від Одеси. Одеса є портовим містом, де повинні бути вложені дуже багато. Поэтому говорить о том, что в Теплодаре должна быть тюрьма, это исключено. У нас очень много детей. У нас вообще город держится на детях. Поэтому, подождите, поэтому вы, как представитель нашего города, в первую очередь должны быть против. И я не могу понять, почему мы, каждый из нас, не может понять, почему вы поднимаете вообще этот вопрос. Это должно быть исключением. И в 21 веке вы должны искать решение 21 века на улице век новым технологиям. И неужели наш город в 30 километров от самого значимого города вообще в Украине, мы на втором месте. Мы можем вообще говорить о тюрьме. Понимаете, вы здесь не живете, вы живете за пределами. Даже если бы вы здесь жили, вот представьте, в вашем доме, сейчас я приду и скажу, что я хочу в тюрьму. И ваши дети будут болеть инвестор туберкулезом, будут болеть этим вот. Я живу рядом, Беляевка. Хорошо, то же самое Беляевка. Подождите, стоп. То же самое Беляевка. Беляевка должна быть то же самое против. Потому что мы живем возле Одессы. Это не заброшенный город в 120 километрах. Поэтому давайте эту тему, мы как все здесь, мы собрались не просто, пришли поговорить. Мы пойдем, если это решение, Саакашвили, тогда мы инициативной группой будем собираться и ехать к нему. Да мы все поедем, не только правильно, группа. Но должны... Я вам скажу одно, никто силы не навязывает. Тогда этот вопрос... Значит, я государственный... Этот вопрос, если вы в действительности даете нам как городу на рассмотрение, вы должны понимать, что вы ответственны. Вы сюда пришли не для того, чтобы поставить что-либо. Мэр наш прошлый, да, он тоже мог бы поставить лишь бы что. Но при этом, при всем при этом, он не поставил тюрьму. Вы должны точно так же прислушиваться к нашему, не то что мнению, просто смотреть на то, кто здесь живет. Если бы мы были далеко от города, это другое дело. Поэтому давайте искать новое. У нас очень много людей, молодых, которые имеют деньги, которые имеют идеи. У кого-то есть деньги, у кого-то есть идеи. Давайте собирать молодых, перспективных. Приходите, всегда двери открыты. Тогда давайте с этого и начнем. Чтобы вы в первую очередь в газетах должны написать, что требуются идеи. От молодых людей, которые что... Понятное дело, что если у нас ничего не будет, у нас будет не грустно. Да. Поэтому требуется, тюрьма... Требуются идеи. Рабочие места. Пожалуйста, к молодежи, которые у нас... Вы обращаетесь вот сейчас вот там, что нам требуется тюрьма? Вопрос еще не стоит. Это мышление 90-х годов, когда у нас... Мы сегодня не стоит, а завтра будет поздно. Сидела богато предприятий, и сейчас ничего распочали, и выдалось миллионы, и им в власність приходят миллионы. Тут приходят до влади... Як підприємця, щось відкрити, як я так багато більше робочих місць, чим цього населенню Теплодара. Такого я вас зрозумів. Командного напрямку. Я державний службовець, так? Я не можу сказати, якщо б у мене була приватна... Ви слухайте. Коли я був бивший підприємець, це була моя фірма, я міг сказати ні.
так і так далі. Сьогодні, якщо до мене прийшли вверх, я державний службовець, да? І мені запропонували, я повинен обговорити це. Хочу я це чи не хочу. Значить, до того, у нас сьогодні, наприклад, є теж пропозиція, краще, ніж тюрма. Так, є пропозиція, чи вона буде, чи не буде, ми будемо теж обговорювати. Це переробка риби, з якої теж йде багато робочих місць. Ви правильно, дуже з багатьма окруження определяє суть. У вас дуже багато підприємців, яких ви можете долучити, і наприклад, щоб йшли сюди доходи. І вплоть, можливо, я не знаю, я не в цій структурі не ставлю. Щоб поставити щось від влади муніципалітетне підприємство, яке внесло б кошти. Я вам скажу, от сьогоднішні, да, збори і тюрма, яку там не нав'язують, а просто яку пропонують. І сьогодні людей це підняло. І це непогано. Знаєте чого? Тому що на наш ринок хочуть зайти ще гірше підприємство, яке ми теж не можемо допустити. А ви розкажіть, будь ласка, я не можу вам сказати, тому що конкретного немає. Розмови, це можемо тільки в під'їзді поговорити. Хімічне плану, що рак і інші послідки. Ми сьогодні, наприклад, да, мені 15 числа повинні приїхати з Києва, запропонувати на 5 тисяч робочих місць. Переробка риби, яка буде йти там в Європу. Звичайно, це буде ставитися на перші місця. По цьому робоча група повинна була створена. І я не входжу в ту робочу групу. Від медицини КІЗІ, входять депутати, входять общественники, входять працівники з полкома. Хто хоче в робочу групу, чи якщо будуть обговорення, пожалуйста. Ну, всіх людей, звичайно, там не можна, хіба якщо в Дом культури. А представителей там 2-3 чоловіка. Я особисто голосувала, тому що ви нас зволили. Якщо Білєвка не... Ви можете вірити, можете не вірити. Ну як мені вірити? Вам 10, якщо ви здесь живете, так то... Чим я вас обманув? В чому я вас обманув? Я тут працюю 15 років. Пока, чим я вас обманув? Кого я обманув, скажіть? Пока ще нічим. Та ми вас довіряємо. Я вам сказав. Правильно, я вам сказав. Любе питання, яке не є согласія людей, повинно йти обговорення і повинні збиратися підписи. Я думаю, це буде, напевно, штамп міської ради і, напевно, штамп громадської організації. Скільки вам потрібно підписів, щоб ви вже точно поняли, що господар не хоче? Та ми ще не знаємо відповіді, ті, що я задав. Коли в нас будуть відповіді? А зачем ви не інтересували? Ви не знаєте відповіді? Зачем ви не інтересували? Ні, скажіть, будь ласка, от ви говорите, буде там обговорення, це все. Не буде давлення на садик, школу, горсовет? Не треба. Уже почалось, так що не треба. Ну как давление? Собрание в шестом доме. Сказал, что учителя агитировала 9 класс. Назовите. Не объяснение, а вот именно уговор сзади. И вы меня извините, если будут давления, так, то но это на давление не будет разговор. На вас можно подавить? Или на кого-то, на меня? Можно, можно надавить только, если кто-то, человек где-то виновен в чем. Нет, просто если он работает и подчинен вашему ведомству или там горсовету, он будет от вас зависеть. Бюджетники, за что боятся за свою зарплату? Они были сами. Знаете, честно вам сказать, та зарплата, яка получають бюджетники, я було б альтернативу, вони б всі плюнули і пішли. Це для тих, хто не має заробити. От іменно, що немає де заробити. Тому вони терпять. Зробіть цю горсовету. Зробіть, уберіть, зробіть, зробіть. Ми штат не можемо. Можна вопрос, чому, коли ви всі показували підвиборну кампанію, ні одного не було в підвиборній кампанії будівництва тюрми на території міста Теплотар? Ви ж розумієте, що ніхто би за вас не голосував. Ну, тільки ви прийшли всі сюди в мерію, вы сразу только сказали, что только строительство тюрьмы спасет Теплодар. Неужели мы такой потерянный город, что кроме тюрьмы нас ничего не спасет? А кто сказал такое, что только тюрьма спасет? Ну, послушайте, ну, даже интернет, ничего другого не предложили. И садик уже ходили обрабатывать.
подписывали воспитатели, заведующие запрещали подписать. Подождите, в горсовете должен быть отдел, который это было. Ищет Ну, например, сегодня вы почули про рыбу, что нашрать? Он не должен просто просиживать и сидеть ждать, пока к нам придут инвесторы. Мы должны себя рекламировать. Мы этот вопрос, да, мы подняли этот вопрос. Отлично. Но все будет реорганизация. Конечно, это будет. И вы были у нас, мы вам сказали. Придут и выбирать из того, что придут, это не вариант. Согласен. И большая просьба детей в это все не включать, потому что учителя проводят обработку с детьми. Детям в школе это абсолютно не надо. Это вообще, как дети могут быть посвящены? Я вам объясняю, есть в 9 классе учитель проводил беседу с детьми за тюрьму. Вы говорите, какие учитель? Вы говорите, какие учитель? Я не знаю учителя. Мы его... Вы узнавайте, и дети выходили туда, вы задали. Михаил Васильевич, еще один вопрос. Я вам на нашей встрече дала документ, чтобы вы своим теплодарским городским советом отменили решение теплодарского городского совета 2004 года. Да? Вот тогда у нас снизятся тарифы, и люди начнут платить за квартиры. Что вы на это скажете? Не, ну мы такое еще вы... Подождите. Они тюрьму хотят построить, чтобы снизить тарифы. А почему это тарифы, не касается тоже за тарифы? Значит, у нас первое мое было выезд со всеми депутатами. Это на очистные сооружения. В интернете это есть. Значит, по оценке директора водоканала от 0 до 10 баллов поставили оценку 0,5 баллов. Вы можете себе представить, что это за очистные? Да, Михаил Васильевич. Никто не выделял. Теплодар не может заработать. Михаил Васильевич. Какие деньги? Вы знаете, что деньги не могут теплодар заработать. Михаил ни на что, даже на зарплату. Михаил Васильевич, но в тарифах... Тихо! В тарифах на воду, на очистные идет 3 с копейками. На водоотведение 3 с копейками. А вода 11,76. Так какие? Подождите. Так откуда у нас берутся очистные? Вы говорите, у нас так вы приходили, вам же объясняли. Да, ну так вы объясните людям. Вы говорите, у нас очистные на первом месте. А я считаю, у нас вода на первом месте. Я вам скажу, почему очистные на первом месте. К нам может прийти любая проверка и оштрафовать на несколько миллионов за очистные. Потому что это уходит в заповедник. Вот это. И мы никогда не рассчитаемся за это. Ну тогда вы извините, поднимайте не на воду 11,76, а на этот очистные. И ну вам сказали, сколько стоит транспортировка. У нас все рассчитано. И оно имеет больше, чем 20 лет. Одесса нам продает 4,90, нам уже продают по 11,76. И такая транспортировка, вы представляете? Да это со стоками и водоотведениями 18, а чистая вода 11,76. Так что вот объясните вот это, ну как? Я все понимаю. Водоканал вам объяснил, чтобы снизить. На воду, на вот эти. Нам надо полностью переоборудовать все ВНС-ки. Опять не понимаю. Ну почему ВНС-ки, воду, насосные. Я вам еще раз говорю. Вам воду на 9 этаж надо поднять? Я не на 9. Ну какая разница? Другим людям. Надо, значит, надо включить электро... те самые двигатели и подвести воду. У нас тут была альтернатива. Мається на увазі, так, це не вами, а це до цього, мабуть, не виділяли кошти на ремонт. Які люди оплачували за воду, з них мали йти кошти на ремонт. До цього не було. Ну, може, тепер. Значить, сьогодні я вам скажу, завжди в допомогу для теплодара виділялось 2-3 мільйони. На город это вообще ничего. Сьогодні ми посчитали, 115 мільйонів нам треба, щоб поставити на уровень. Теплодар. Я эту заявку подал в облсовет и в державный бюджет. Но посмотрим, где-то вот середина декабря меня должны вызвать, и мы должны обсуждать. Первое. А? Единоразово. Как единоразово? 16-й год, чтобы швы поделать, крыши поделать, газ провести по дачным участкам, теплодар завести. Михаил Васильевич, можно нашего города. Вот это открыто для каждого, ну вот для каждого жителя. Можно посмотреть, вот я лично хочу прийти к вам и посмотреть финансы. У вас есть депутат, значит, каждый житель не может зайти, допустим, потому что это будет базар.
У вас есть депутат. Вы с депутата можете потребовать. Депутат может зайти в финуправление без очереди, без ничего. Сделать заявку, ему дадут на бумаге все полностью. А у кого нет депутатов? У нас нет города. Да, города. А если в округе без депутата? Нет депутата, я узнавала. Ну тут любой депутат. Ну что это? Хорошо, тогда вот подойдите. Вот у меня есть документ 13-й, 13-й, 14-й. Нам выделили. Я не скажу сейчас, никогда сейчас не помню, не готовилась к этому. За эти три года нам выделили 91 миллион. Я вам предоставлю документы, пожалуйста. Ну, значит, на эти деньги, быть... на эти деньги должны быть всех управлений, кому выделялись, отчет, что они сделали. Вот, попросите у них, пожалуйста, потому что я знаю, этим мы сейчас и занимаемся. Я Трубину уже с 2002 года пробовала добиться квартиры. Максим так и умер, а оказывается, на вот эти три года одному один раз выделили 6 и два раза по 8 миллионов. Ему что, квартиру нельзя было купить? Может, еще вопрос все-таки. Так что тюрьме. Это все и надо поднимать. Есть ли какая-то возможность городу в случае, вот мы представим, что придет какой-то инвестор с опасным производством на уже существующие арендованные площадки. Есть ли какая-то возможность городу как-то этому противостоять? То есть там, например, ну, там опять же, это вот вы. Да, вы. Только вы. Нет, коммунальные. Я просто почему, что на Броме многие какие-то там здания, они все так или иначе, в случае там опасного производства, будет санитарная зона. И коммунальная собственность в эту санитарную зону попадет. То есть мы как-то можем, ну, именно вот... Если это частное предприятие, мы не можем зайти, никто не может. А если у него вокруг предприятия все равно санитарная зона строится, и коммунальная собственность будет в эту зону попадать, мы можем как-то, ну, именно как город, начинать от этого противостоять. Просто какой-то формы, чтобы мы, ну, чтобы мы могли тоже оперативно смотреть, что, ну, вот такая-то заявка, чтобы вот она уже... Правильно, но эта связь выиграла. Только с депутатами у вас должна быть тесная. Да. А вот в местных домах нет депутатов. Но мы не можем. Частная фирма, например, заходит с вредным производством, и газета сразу на нее сразу подаст в суд и поштрафует. Только связь должна быть тесная с депутатом, депутат с общественностью, депутаты с горсовета. Ну, депутаты, смотрите, примелькались. Никто не сидел, так голосовали у Печерского. Никто против слова не может сказать. Почему? Они избранные, вы так не можете говорить. Не обманите, это избранные. Я видела вас это свидание, Миша, я потом говорю. Нет, вот смотрите, вот его, давайте, вот сейчас. У нас в Теплодаре было хорошее предприятие, да? Которые, ну, на украинском зруйнували. І це повинна служба безпеки займатися. Наприклад, Хільмак. Знаєте таке предприятие? Воно робило 300 робочих місць. Макарони, там, м'ясо, колбаси. Де предприятие, скажіть? Скільки за 10 років? А де депутати, коли ліквідували? Де вони були? От, де були депутати? Інтервіндоус, яка працювала на всю Україну. І прибиль була. Де то предприятие? Або, скільки у вас було людей працюючих? 120? 120 працюючих. Скажіть, де ваше предприятие? Чому не працює? Так от, Михаил Васильевич, беритесь за это, а не за тюрьму. Вот, розкажіть. Я говорю, беритесь за это все, а не за тюрьму. Михаил Васильевич, а вы еще говорите, обращайтесь к своим депутатам. Вот мы проходили, собирали подписи. Ермоленко Владимир, он говорит, да, я против, он депутат. Я против. Но вот сейчас поступило сообщение, что он проводил собрание в шестом доме и уговаривал людей, рассказывал, какая же это перспектива построить тюрьму. Этот Вова, который мне рассказывал, что он против. Он не подписался, у меня подпись его, что он против. Но вчера было собрание, он всех собирал людей, что за. Человек лицемер получается. Он нам говорит, что против народу, он депутат наш. А людей собрал, сказал за. Значит, депутат может свое мнение высказывать, но мнение людей он должен показать и учитывать мнение людей. Давайте сейчас выгремите вот этих людей, которые против. Давайте нет, смотрите, я нет, говорю. Уже были, собирались. Нет, ну, давайте действуйте. Понимаете, вот эти вот подписи, они не будут действительны. Только, а я вам скажу, что мы, наверное, сделаем список жителей с печатью горсовета и общественной организации. Но сейчас нету темы для разговора. Потому что вопрос снят. Вопрос снят на сегодняшний момент. Если будет подниматься, то вы будете знать. Почему он снят? На каком? Ну то, что мы так его узнали благодаря Али. Потому что нам не дали ответов.
Люди пришли и сказали, мы хотим построить там, например, Золотые горы. Теплодар будет иметь 5 миллионов каждый. Поэтому. Это что? Значит, треба. Я говорю, давайте мне бумагу, давайте напишите мне, давайте согласование, вы и мы сделаем. Тогда мы людям покажем это все. Этого нету ничего. Тоді не піднімайте ці питання, а доносите їм відповідь нет в тюрмі. І не надо більше повторних тисяч. Задавати питання, отримати. Вам же ваше время дорого. Зачем вы будете тратить время принимать тех, которые предлагают вам тюрьму? Вот уже мнение есть, что вам не надо даже тратить время на рассмотрение этих вопросов. Послушайте. Вот об этом речь. Понимаете? То есть люди уже могут высказать и хотят свое мнение. Да, мы действительно, мы уже высказали, что мы против. Что это первостепенная такая задача. Там понимаете, что дачи надо вообще, мое мнение, переводить жилой фонд. Потому что у нас, не знаю за сколько лет, нас что, получил кто-то квартиру. Очень мало кто-то был. Потом перспектива жилья, перспектива, это все-таки частное строение, это дача, перевести жилой фонд. Сегодня полить углем, каждый будет там по 3 тонны или где дров набрать столько. Михаил, так, газ, я считаю, это не... Ну, от газа мы все, многие отказываются. Почему должны тогда газ нам? Ну, на сегодняшний момент дешевле, чем газ, нет. На сегодняшний момент уголь стоит дороже. Дрова и работа, если все, совокупность, газ дешевле. Потом, у нас нету денег, чтобы провести газ. Я эти деньги хочу взять в государственные бюджеты. Почему я должен потерять эти деньги? Вы не захотите газ, не берите. Топите углем. А кто-то хочет газ. А что можно... Потом. Значит, линия будет идти. Я вам сказал, что это дача Вишневый сад. Вот скажите, это дача? Ну что, вы вот видите, прикручиваете это все. Значит, линия будет идти. Поэтому дачному участку переходить в город, по следующему дачному участку. И если широкая балка даст согласие присоединиться к нам, значит, пойдет на широкую балку Доброжанова и Новосильева. Там тоже нет газификации. Но это будет такой государственный бюджет. Это мы планируем. Будет оно или нет, не знаю. А я думаю, что быстрее дачи мне. І все-таки по тюрмі, бо ми по цьому питанню зібралися. То може вже не варто доносити ті питання і чекати на них відповіді. Коли більшість все-таки населення не хоче ніяких альтернатив. Дивіться, в нас є робоча група, в робочу групу входить, я вам ще раз говорю. Я не входжу в робочу групу, входять депутати, працівники міської ради, і зараз ми вели в общественность два чоловіка. Ну почему больше нельзя? Нам передали, что только два человека могут отбор. Ну в кабинет, допустим, не входит там. Можно с одной организации одного, с другой организации, еще с третьей. Вот три человека есть. Так а можно депутатов, которые входят в рабочую группу, если что-нибудь? Конечно. Нет, это не депутат. Тут депутатов нет. Страмина пока. Страмина. Алла Викторовна входит туда. Если рабочая группа скажет, теплодару это невыгодно, народ не хочет, на это мы... Предприятие закрывает. Треба піднімати питання та не чекати їхню відповідь. Все равно більшість людей проти. А я не можу говорити или да, или нет, потому что я и да, и нет, потому что у меня люди есть те, что да, и те, что нет. А сколько ты скажете за? Ну ви так само маєте право на власну думку, як кожна людина. Ви можете її висловити. Михайло Васильович, і хотів би те, щоб ви висловили підтримку на більше людей проти, потому что с каждого дома примерно 40 человек. Значит, если будет против, если будет больше против, против, естественно, мы этот разговор вести не будем. Но идут, да, но идут разговоры. Это рядом Беляевка. Ми это выгода. Была людина, казала, что там поднимается это питание. Была пропозиция и теплодару туда под администрацию и окружающейся рады поднимать. И, звичайно, те, кто из кого знает, и треба звонить знакомым, нехай идут по сельрадам, идут по администрации. Дуже просто. От сьогодні так ще більше треба сказати, щоб більше зорганізували людей і направилися в Біляївську раді. Ну так і буде робити, що ж. А ми не хотіли. Тому що... Ну, на слава Богу, молодь взяли за це, і зараз молодь буде це все робити. Ми їх теж кастець, але не буде. Ну так подожди, ми ж ближче. Ми ближче. Рядом.
строить. Если надо железная дорога. Ну так крутята есть. Если на выгоде построить тюрьму, то выгода никогда к нам не присоединится. Они будут самодостаточное село с большим бюджетом. Почему? Тихо, тихо. Ответьте на один вопрос. Почему наши подписи, которые мы только сейчас собирали, будут недействительны? Там есть... Они как обращение действительны. А как для референдума нет? Там есть адрес, там есть фамилия, там есть подписи. Ну, можно еще раз поставить. Но для обращения они действительны. Для обращения. Хорошо, треба сказати, когда что будем проводить референдум? Більшість буде юридичні, когда мене закінчить. Если більшість против, то никто ничего не будет. Я вам что говорю. А там будет конец года, а там начало года. И будет опять там катавание. Мы повинні предоставить. Сопоставить, взять документы, которые люди против и которые за. Сопоставить. Тех человек 40, а нас, допустим, 60. Все, закрыли вопрос. Конечно. Правильно. Правильно. А вот это стоять. Правильно, вот так должно быть. Правильно. А теперь сам годом собирает подписи. Хорошо, пусть бланки печатайте, ваши бланки. Да, правильно. По этим бланкам будем проходить. Конечно. Можно еще это рано. Так, а почему рано? Почему рано? Потому что вопрос еще не стоит. Без обговорення людей рішення прийняти не може бути. Це зразу мене завезуть туди, де погані умови проживають. Все, в даний момент треба зібрати підписи. Хто проти, хто за. Перший момент, щоб бланки дали. Бланків нету, наші бланки не годяться вже. Підписи є. Хорошо. Я не розумію. Должен бути якийсь... Якщо не приймуть, то ми цього ходили. Я не знаю, есть... Когда эти бланки будут? Кто эти бланки должен сделать? Ваше руководство? Земля? Да. Какого совета? Наша совета. 100%. Да. Потому что они не могут выходить, что ты кто беляешь? Должен эти бланки нам подавать? Я же говорю, горсовет совместно с общественной организацией. Советом общественной организации. Готовьте бланки, все люди будут подписывать. Все. Обязательно, только через это. Только через слухание можно принять. Если это не действительно, тогда через бланки. Можно сейчас сделать вот до того, как вам придет ответ. Это все. Ну, Илья, подожди, дай задать вопрос. Можно ли это делать, ну, собирать подписи под этими печатями, или только после того, как вы получите? После того, как... Но нельзя, допустим... Нам информация не волнует. Нет, что вы там укажете, что был слух по городу, и мы против этого слуха? Нет. Почему слух? Нет. У нас вот газета. У нас должно быть официальное обращение. У нас только что на уровне слухов. У нас должно официальное обращение должно быть. Ну вы же вот написали, что нет, тут написали, потребно для розвитку места. Ну кто это писал? Где ну, моя нет. Подпись есть? Ну вот там же кто-то ответит. Это писал, тем более в Теплодарском вестнике. Я не это знаю, почему. Потребно для розыгрыша. Сейчас это знаю. Но это рассказывается о тюрьме. Что такое сказали, что вам неизвестно? Вот в газете написано. Вот же в газете я же вам и говорю. Вы живете, нет, но... Ну вы же говорите, что это только под слухом. Но если бы тут стал знак вопроса, да. Ну, или знак это, неправильно название. Информация сказать. Так я же говорю, вы говорите слухи. Ну вот здесь Теплодарский вестник. Какие же это слухи? Это уже ваше Теплодарское объявление. Вот это вот неправильно потребно для разных мест. Это, конечно, это надо было или знак вопроса поставить. Ну не знаю, это выводили ваше. Это... Видите, сейчас нам говорят, что мы контролировать газету не можем. Это демократия, они должны писать все, что хотят. А сейчас 16-го года мы вообще не будем иметь влиять. Ну что сказать, хіба це слухи були вже не обговорення у вас неї. Це факт. Ну, ви ж самі кажете, що піднімалося це питання, але куди? В обласній раді мене запрошували на круглу стіло, в обласну раду. По поводу постройки того, я їм задав питання. Вони мені повинні дати відповідь. Ви мене не обговорюєте, так? Ні, ви мене не обговорюєте.
Офіційного нічого не було. Коли буде офіційне, то буде. Вам приходили врачі, і що ніби тут вибирають? Викліть на сайт. Ну, раніше питання не стояло. Стояло. А що ви тут стоїте? А потім можна прийти? Прийом по течению, ребята. Ні, а прийом по течению можна прийти? Так, у нас... Проти течения. І в катонки... Значить, підводимо іток, що зараз... Якщо приїхали, а в 90-х... Що? Та це питання не будемо рішати. Ну, я вже говорив 10 разів. Поки не буде офіційно к нам обращення, ми повинні дати відповідь. Після того, як ми обговоримо з людьми. А тоді вже аж на сесію. Обвинительна форма. Тоді була сподівання, що ти... Я сказав, що у нас є, ми не маємо інформації, скільки за, скільки проти. Але є вже громадські організації, які проти. Ну не говорять, якщо проти, значить проти. Різні розмови, різні слухи. Як-то був такий журнал «Ровесник», і там вроді як шутку написали, на якій-то японській рівні. Значить, по щотчикам. Я дав указання своєму заместителю, заместитель по цепочці, щоб установить обов'язково счетчик на АИ, где мы платим тепло и не употребляем, на один из детских садиков, это сейчас, и если есть возможность, там на 1, 2, 3 дома, потому что на все нужны деньги. На какие именно дома? Там, где у кого меньше? Нет, у кого меньше долгов? Ну, так вы извините. А у нас их нету, но будут скоро. Я вам что говорю, что это такое? Это? О, давайте оставим. Вот чтобы я платила по факту. Предлагают нам сегодня прочесть по 900 гривен платить. Или только украинцы. Что? На квартиру мне привезет брать счетчик в России. Квартирный счетчик? Ну это надо в теплодар энерго надо спрашивать. В 2009 году, в 2010, они работают. Тогда сейчас... не было такой суммы, а теперь же это беспредел, представляете? А теперь надо каждый счетчик сделать поверку, заплатить сколько там, 4 тысячи гривен. Нет, ну видите, 150 тысяч долларов заплатили за счетчики, и нельзя найти деньги на поверку, не поверить. Ну не поверьте, Михаил Васильевич. И вот вы понимаете? Я вам говорила, первым надо делать людям, чтобы они вам доверили. И начали платить за квартиру. Вы знаете, вот я такое? Не заинтересован, чтобы там были счетчики или не были. Это частная фирма дает вам тепло. Я заинтересован. Все, не делайте. У нас есть. Значит, вот Елена Ивановна знает, что ко мне можно зайти в любое время. Если есть свободное окно. Так что не всем там сколько. А кого 1-2 представителя, пожалуйста, приходите. Да, спасибо. Пожалуйста. Без вас, а вы двое будете включены на...